я прекрасно осознавал, что основные события разворачиваются как раз на юго-восточном вершине этого вулкана. Естественно, руководство заповедника предоставило такую возможность. Я со своей коллегой постоянно общался по спутниковому телефону, мониторя эту ситуацию, и по всем малейшим изменениям, которые происходили с вулканом, с его деятельностью, я тут же сообщал. Более того, был даже такой нюанс, что мне устраивали ретрансляцию по радиосвязи наш компетентный специалист, и московские специалисты МЧС напрямую получали информацию от меня. Это особенно было первый-второй день. Потому что очень много заинтересованных сторон, которые должны знать, куда идет шлейф, как это влияет на судоходство, на движение самолетов и всего остального. Поэтому, конечно, относился со всем чувством ответственности к этим событиям. Все фиксировал, записывал, соответственно, фотографировал.